Иду с друзьями на смотровую площадку Вычигора. Но уже от утра очень сильный и холодный ветер. Сегодня в Рудных горах очень сильный ветер. И со мной два спутника. Я Ярослав из Чехии, Никита из Питера. Как в Праге сухо и тепло, здесь снег лежит и ветерка аж слезы пробивает. Зима. Здесь очень холодно. Мы приехали на машине из внизу. Сейчас идем на скалу, которая находится вот там на холме. Пойдем. Приходим на вершину горы Лучна. Идем назад на парковку и едем на обед в монастырь в городе Осек. После обеда идем посетить руины замка Ризмбург. Здесь уже только остатки одного из старейших и крупнейших готических замков Рудных гор. История этого замка восходит к первой половине 13 века, когда областью правил род Рабешицу. До наших дней сохранились остатки ворот, стен и высокой башни. К руинам легко добраться из Осека, откуда есть красный туристический маршрут длиной около 2,5 километра.